когда мы увидели в счете 1-0, у нас был, на мой взгляд, очень хороший момент, болевой момент. Мы его не использовали. Как бы могли сделать счет 2-0. Но если бы мы сделали счет 2-0 и победили, то это было бы большой несправедливостью по отношению к команде «Ротор». Потому что, на мой взгляд, сегодня игроки «Ротора» движения у нас произошли. Мотивация у них была выше, как ни странно. И считаю, что все-таки, особенно в первом тайме, игроки «Ротора», конечно, опростили нас. В 2-3 моментах концовки не хватило реализации удачи. Поэтому считаю, что, наверное, в какой-то степени мы сегодня приобрели очко, нежели потеряли его. Давай вопросы. Вопросы? Вопрос видимый. Спасибо. Вы знаете, наверное, нужно начать, может быть, не с самой игры, не с первой минуты, а с того, кто сегодня приехал. Ну, я бы сказал, что когда смотришь просто так игру «Арсенала», то получаешь удовольствие. Когда начинаешь ее разбирать как специалист, то понимаешь, что очень трудно противопоставить, потому что очень-очень серьезная команда, и команда играет разнообразно. Когда команда играет, умеет играть разнообразно, это самый большой такой, скажем так, тренерский респект можно выразить, поэтому я его Диме Оленичеву и выражаю, и это не какие-то там слащавые слова, а это именно профессиональная оценка его работы. Создать команду, которая там, пусть она недавно вышла из второй лиги, пусть там неплохую селекцию провела, недорогую, но она очень хорошая, и многих игроков я знаю, поэтому при подготовке к этой игре пришлось, очень сильно подготовить ребят для того, чтобы нейтрализовать многие сильные стороны «Арсенала». Я думаю, что сегодня нам это удалось. Три момента, пожалуй, получается, у «Арсенала» было. Гол Лепский, когда вышел, там с левой ноги был. И в первом случае рикошет, когда у Фомина был. Я думаю, что с таким «Арсеналом» предыдущих голевых моментов для нас это очень такая похвала для нашей команды. Пусть мы там отдали инициативу, пусть мы отдали контроль мяча. Теперь, что касается моей команды. Сегодня я сказал ребятам, что команда, которая знает, как играть, команда, которая хорошо двигается, команда, которая может перестроиться от оборонительного футбола к атакующему, которая может играть и на контратаках, и в позиционном нападении, это достойная команда. Я считаю, что у нас сегодня такая команда, независимо от того, какое мнение у других специалистов, и это мое мнение, и оно непоколебимо. Считаю, что в первом тайме была более прагматичная игра, во втором более зрелищная. Не давало заснуть на трибунах, потому что и «Арсеналу» ничья была невыгодна, и нам невыгодно. Поэтому мы искали шанс в атаке. Спасибо. Вопросы? Нет вопросов. Только говорил, что... Спасибо.